Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что, еще раз всем доброй ночи. Ну, судя по часам, у нас раннее утро уже. Начало 5 в Москве, где-то там дальше, не знаю, в Екатеринбурге уже. На работу пора во вторник, ну, на работу ходить не надо, потому что, как пишет всегда, вот это любимое, у меня вот эти вот дни, вы все понимаете. Ну что, последний матч, мы готовы его комментировать на сегодня, все 4 стрима, как всегда, работают, адреса очень сложные, StarLadder 1, 2, 3, 4, поэтому вы знаете, как их юзать, мультитвич, все на одной странице, ну и мы с Астом приступаем к последнему матчу, который откомментируем мы. Играет между собой Union Gaming и ТОП-5. Давайте глянем турнирную таблицу сначала, чтобы понимать, где вообще эти команды находятся. А находятся они очень близко друг к другу, потому что у нас вот последний тур очень крутой. Сейчас на 4-м стриме играет первое и второе место Liquid NAR. А на нашем стриме играет 3-4 место Union Gaming ТОП-5. Так что вот будет интересно и рубилово. И кто-то закончит день 4-1 и завтра утром проснется с четкой такой, не знаю, уверенностью, что да я же один из главных претендентов на попадание в Сиэтл. Да я же топ-5, я же топ-3 Америки, скажет пацан. Ну, типа да, хоть и команда называется топ-5, но я же топ-3. Все нормально. Ну что, первый пик дерева. Если вы нас смотрите в стриме, то вы еще не знаете, что мы думаем про дерево. Если вы нас смотрите в Dota TV, то вы уже все слышали, что Дима думает про дерево. Дерево — это хороший герой. Да. Но мы видим Union Gaming герои повеселее. Вот Twitch Доктора нам с Инвокером и Фурионом почему-то показывают, которого у нас нет в пике, но может он будет. Кто его знает вообще? Кроет уже не только нас. Вот теперь нам показали нашу деревяшку. Кстати, ты посмотри, какой винрейт у Twitch Доктора с деревом. 75%. Да, и он только увеличивается с каждым днем. Да. То есть, я пока вообще не вижу, чтобы CS-ку сегодня проигрывал. Этого... Слушай, я не знаю, сможет ли Рома показать нам, чтобы нам показали, сколько винрейт Witch Doctor на этом турнире конкретно. Тут Tidehunter, все, но они вообще-то не могут игру проиграть, по-моему. Тускара не хватает для врыва. Вообще никак. Ну, пока вот мы вот смотрим тогда, вот Tidehunter пока идеален. То есть, смотри, 2 мили, он минус двоих контрит. И Ember Spirit last да, пиком. Да, это забей, это победа. Last... Я тут вообще не понимаю, как вообще можно выиграть у Witch Doctor. У Tidehunter с Witch Doctor. Да. Но это ты понимаешь, что один хилит, а второй просто идет с Кракен Шеллом и с Анчо Смэшем 4 левела. И его не то чтобы бьют, его хиляют просто враги. Там до победы не дойти. Никогда. Ну что? Кстати, да, надо включить дефолтного анонсера. Ну вот... Кстати, Witch Doctor-то, я думал, если честно, получше винрейт, а у него все на все 4-7. Подожди, Witch Doctor что, только у нас на стриме играет, что ли, я не понял? У остальных комментаторов, что ли, Witch Doctor-ов нету? Что, только у нас, по-моему, 7 Witch Doctor-ов. Ну, знаешь, вообще, я смотрел вот другие стримы, вот почему-то там у людей хускары бегают, знаешь, нападает веселуха-движуха, а у нас тренд протектор в каждой игре просто, он бегает и армирует своих ребят. Кстати, по поводу команды ТОП-5, пока еще вот началась игра, я очень быстро попрошу сейчас нашего режиссера показать нам профиль команды ТОП-5, пока нет драк. Вот именно их я имею в виду фотографии и так далее, если они у нас есть в базе, они должны быть у нас в базе, чтобы вы понимали, что происходит. Вот теперь вы понимаете, что происходит? У этих ребят есть одно общее, они азиаты. И они, если я не ошибаюсь, представляют то ли они все гонконгцы, то ли они все китайцы, но которые проживают на территории Америки. То есть, ну и вот их соперник Union Gaming. То есть, может быть, это намек. Мы знаем, что
любят нас, скажем так, китайцы поиграть в доту, и вот здесь все возможно. Ну что, смотрим игру. Итак, топ-5 диджей, просто отличный никнейм у Тайдхантера. Он идет в сложную, качает, конечно же, Энчер Смэш. И это просто пища для факера, прям настроение поднимает. Очередной флай у нас. У нас будет уже 3 флая на этом интернешнале. Флай из топ-5, флай из Empire, флай из Fnatic. Одни флай. Мухи прям налетели. На Вичдокторе играет чувак с ником Whatever. Просто шикарный никнейм. Ну и Шанкс играет на дереве. В легкой Pet Soul играет на Миране. Ну и еще, наверное, пока познакомимся с Union Gaming. Здесь товарищ с ником Angel играет у нас на Кентавре в сложной. В миде вот товарищ Сидерал, про которого говорил вот здесь на аналитике буквально вот пару минут назад Гадхант, что надо обратить на него внимание, потому что, а не, Версута, что вот очень жесткий чувачок. Стоит он в миде снизу, на Слардаре фармит у нас, вот, блин, Никис тяжело читается, конечно. А, это как раз таки Evil на Слардаре фармит, да. Ну и Ерехо и Сден Риз ему помогают. Все, кризис разобрались, но лучше называть мы их будем по героям. Ники очень сложные у ребят, с непривычки, скажем так. Вот, хороший лайнап у нас для топ-5. Тайдхантер, который способен в соло 3 мили-героев своим анкер смешем накрывать. Если он это сделает в драке, то, наверное, драка почти выиграна одним этим спилом. Не считая уже Вичдоктора, Трента, да, и все такое, что нас убивает. И, ну, это ключевой фактор в игре. То есть АГ или УГ, им нужно каким-то образом вот этот Тайдхантера до Анкерсмэша убивать. Да, ну, потому что если он действительно того же Эмбера хотя бы Анкерсмэшнет, ну, даже двоих Эмбера и Слардара, да даже одного Эмбера, да, уже беда. То ДПС резко падает. Лайнап в центре у нас Инвокер стоит против Эмбер Спирита, и Инвокер пока здесь на коне. Эмбер Спирит, наверное, для него это самый противный матчап, потому что тебя нон-стоп бьют цурки, тебя харасят, а тут снизу, смотри, врывается на Тайдхантер. Тайдхантер начинает драться, дает Анкер Смэш у нас Дизраптору. Слушай, врывается. Ему вообще плевать, смотри, ну тут просто плевать. Да, он может побегать, он, правда, завязал ран Анкер Смэш, потому да, что... Да, он все равно здесь выживет. Ну, почти. А что, Смэш сейчас еще раз надо еще... язать? И флашечку, давай. И ферстблад. Ну, это нормально вообще сейчас было? Вот это вот сейчас нормально вам? Тайдхантер! Короче, ну вот он, Энчер Смэш, первого левела просто. Чувака месили 15 секунд трое со Слардаром, потратили всю ману, все станы, все скиллы. Он просто ушел домой, все. А он не потратил нифига. Ни фласочку, ни танга, ничего не потратил. Он просто сей, он просто шел. Просто на морозе он. Я не могу этого героя. Это круто. Самое главное, что он еще почти ФБ сделал. То есть... Да, кстати, он мог бы сделать ФБ. Действительно, если бы он еще и развернулся и начал с этим Слардаром драться, ну там бы его эти ренжевики убили, на которых Энчер Смэш не подействовал, поэтому он не стал драться. Он сейчас с ТП просто влетает, настолько наглый, что он с телепорта влетает и пошел дальше воевать. Смотри, это топ-диджей. Ну и, по-моему, его здесь не взять. Он сейчас качнет пассивку на второй урон. То есть его она, вообще не взять, да. Она будет снижать 2 раза урон, и поэтому тут можно спокойно стоять и всю ману у саппортов впитывать. Вот, кстати, вот. Как у нас звали того парня на Dark City? Вот он. Кейкс? Да, который... Кейкс. Вот, так вот для Кейкса это, наверное, был лучший герой вообще в доте. Да, вот просто хочешь идти пофидить? Идешь, пытаешься, фидишь. Они тебя не могут убить. Что вообще происходит? Непонятно. Варьяжно чувствует себя Тайдхантер, бегает у двух саппортов, забирает всю экспу. Сейчас Рубик может его поднять. Давай. Нет, не поднимает. Да ему пофиг, у него еще дерево есть. Ты смотришь, это не просто Тайдхантер, это Тайдхантер, у которого есть еще дерево. Его и так бьешь, он неубиваемый. А тут еще дерево на него бросает Ливинг Армор, он еще и хиляется, когда ты его бьешь. Ну это вообще издевательство. Просто на него реально въедет Слардар, он даст стан, он начнет его бить, он будет стоять и хиляться просто. И вот и возле дерева там, да? Пофиг будет, ну тут по центрям, конечно, побегал. Третий левел уже есть, давай, Энчер Смэш. А нет! Выход сверху. Слушай. Выходит у нас на Энджела, врывается у нас дерево, врывается Мирана, касочки, Санстрайк и Кентавр приплывает. Ну и топ-5 зарабатывает ФБ. Так вот, я что сагрился, потому что там еще Тауэр, кстати, сейчас заберут, наверное, топ-5. А Тайдхантер-то у нас не терпило, а Тайдхантер-то гаш вкачал просто. Тайдхантер сейчас еще убивать пойдет эту триплу. На полном серьезе. Ну что, ну,
Что там, нормально все у меня, я никого не боюсь, стики есть. Ну, на самом деле, я хочу сказать браво, потому что вот эта вот такая раскачка, это, ну, нужны стальные яйца иметь, чтобы иметь смелость в 1-3 себе демо скачать. Да, против вот такого количества дизейблов, которые, ну, там два стана есть, там есть глимпс, то есть там какой-то кинетик филд. Вот кинетик, нет, кинетик филд не стал качать Жереху, потому что если бы он здесь качал кинетик филд, это, наверное, для самой команды топ-5, для самой команды Union Gaming был бы проблема, а то закроет себя вот там рядом с этим Тайтхантером. На тебя сработает Энчер Смеш, ну и что дальше? Тавр на топе упал, забирает его крипы. Первая вышка для топ-5. В миде инвокер, у которого все просто отлично, у которого есть ассист за First Blood, у которого 1200 голды, у которого крипта 26-17 против 19-8. Ну и топ-5 начинает намного лучше. Отличная связка. Оба героя, они помогают друг другу. То есть у нас дерево стоит сверху, она помогает инвокеру, ну, с регеном и Хараси Эмбера. Помогает Тайдхантеру снизу. Так, вот есть... на Тайда напали. Но это такое, то есть его бьют, он дает танкер смеш. У Слардара 28 дэмэджа, а у Тайдхантера у него 20 блока дэмэджа. То есть 8 урона. Да, 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 8 урона, да. И причем у него 8 хп в секунду реген. Это значит, что его... Слардар его тупо не бьет. По 0.5 он его бьет. Ну это же издевательство какое-то. Ну это да, это было у него 8 регена, это просто он схавал тангусик, так у него один реген. Но представьте, да, что будет, если он купит себе хоть какое-то колечко. Да, если он пойдет, вот сейчас пойдет купит за 875, купит кольцо, то ему типа будет вообще плевать на этого Слардара. Ну правда, если он успеет заюзать Анчер Смэш. Ну вот ты смотри, он не успел, сейчас могут быть проблемы. Он только сейчас юзает. И били его серьезно. Ну, дерево помогает, чуть ТП зачем-то кто-то юзнул. Ну, четвертый левел, Тайдхантер в 2 Кракеншелл, сейчас будут 2 Энчер Смэш. Кстати, это еще и дэмэдж будет наносить, да. Ну, я не знаю, будет ли он качать Энчер Смэш дальше, но, в принципе, я думаю, будет. Ну, обычно качает, потому что кулдаун все-таки 4 секунды и 7 Мидия. Секунд. Напали на флая и убили. Толпой огромнейшей, втроем. Есть первый фраг. Да, потому что действительно там рейндж больше, и дэмэдж все-таки еще и начинает наносить, как ни крути. Тут у нас теперь понимает у нас УГ, правильно? УГ называется? Да, но Union Gaming. А, Union Gaming. Ну, УГ да. Лучше их не называть, он раз не то подумает еще. Да, Union Gaming понимает у нас... Некультурные эти комментаторы. Понимают они у нас, что нужно что-то менять, потому что фактически сейчас топ-5 они выигрывают 3 лайна. То есть мало того, что Тайдхантер стоит снизу и развлекает трех героев, так при этом инвокер в центре фрифарм, и сверху у нас Мирана фрифарм. Поэтому нужны ганги. Кентавр оставляет сверху теперь одного, чтобы он смог взять 6 левел, и нужны действия саппортов. Снизу вот эти саппорты, они уже не нужны. То есть у нас стоит дизраптор, но он стоит, и он вообще ничего не делает, да, кроме как вот один нюк на единичку в Тайдхантера. По итогу, ну, Тайдхантер, он стоит и свой фарм получает. Да, и в итоге вот действительно у дисраптора этот глимпс в 3, зачем он ему в 3, и если вообще... Он... Если он не гангирует никого, если никуда не выходит, ну, как бы, ну, смысл с глимпса? Выйди в мид с третьим глимпсом, выход в мид, самое, ну, первое, что надо делать, конечно же, на пятом левеле. Ну, да ладно, смотрим дальше на Тайда, у которого сейчас будет ревейдж. А, Тайд говорит, окей, у меня минус 10 армора, это, конечно, неприятно. Но это не меняет того, что у меня в 2 Энчер Смэш, и я еще и урну себе купил. Интересно, это он билд себе собирается делать Слардар. Он собирается делать фаст армлет. Поскольку у нас у топ-5 бурста такого, ну, жесткого нет. То есть единственное, что у нас этот ультимейт Тайдхантер и прокаст. И если Слардар под этой движухой выживает, то дальше он может спокойно микрить. Нападать на Мирану, нападать на инвокера и постоянно вот на морозе выживать. Очень крутой. Опять-таки надо замикрить. Как бы вот мы обсуждали, что в прошлой игре они проиграли у команды Shadows in the Past, да, вот ребята из Union Gaming, и сказали, что... Ну, там на тролле вот не хватало у Ива, скажем так, личного скилла. То есть, вот, не доигрывал. То есть, действительно, не вовремя там переключался и так далее. То есть, ну, посмотрим, как у него получится здесь с армлетом. Самый многострадальный Ива, из-за которого там столько скандалов и разговоров было. И теперь ему этот армлет нужно окупать. Сейчас он стоит, ну, у него армлет, он ни разу не включается. Нужно с ним что-то делать. Например, бить тавер, нападать на Слардара, хоть что угодно. Но каждый артефакт, он должен использоваться. Используй его. Ты его внушаешь, что ли? Ты же понимаешь, что он перуан, с ним надо по-испански. А ты... Вот, кстати, вот это был огромный фейл сейчас Тайдхантера. Хотя, Тайдхантер пошел. Отличная пауза! И дисконнектнула с Лардаром. Так, кто у нас делает ТП? Бежит сюда у нас ТП, делается...
Да, это Мирана делает ТП. Ну, так, Слардар... Спринт у него есть. Слардар уже уходит. Скорее всего, Кентавр здесь погиб. Скорее всего. У Кентавра сейчас 30 дэмэджа. У Слардара дэмэджа, конечно, намного больше, потому что у него все-таки армлет. У него дэмэджа сейчас 70. Тайду тут плевать. Тайд тут выживает. Это 100%. Под армор он для этого особенно-то. Да, да, и, да. И единственный вот шанс убежать, это ультимейт Кентавра. Если он прямо сейчас реагирует, прожмет, то, возможно, только одного заберут. Потому что, да. Ну, так будет двое минус. Ну, может, и никого не заберут, если Кентавр вовремя ультанет. Ну, да. Тут еще есть такой момент интересный, то, что у нас Лардар не качает баш. Обычно, ну, берут баш хотя бы в единичку, потому что вот этот шанс, он необходим, чтобы сбивать ТП, чтобы бить да, героя. Да, вот зачем ему в 2 спринт, я вот не совсем понимаю да, сейчас. Да, а спринт он дает 8%, которые сейчас вообще не окупаются. То есть ты стоишь на лайне, ты добиваешь крипов, и тебе нужно быть сильным именно в драке. Такой необычный билд у Лардара. Ну, кстати, видим, что подходит у нас еще и Вич-Доктор. Он крадется. И видим команду. Да, нам он показывает Union Gaming. У них 2-1 стата, но так у них 3-1. Потому что у них, я так понимаю, техническая победа над... ЕХ, которые оказываются... Над ЕХ в первом раунде. Которые, оказывается, еще что-то могут. Да, у которых 2-3. Ну вот, ну что, давайте смотреть, что будет. Дроп на Иво. Он будет убегать. Ну что, выживет ли Энджел? Надо ему стампеда юзать уже. И боже, что происходит? Психологическая атака на команду топ-5. А, хаткейс сбились. Вот, вот теперь хаткейс готовы. И гоу. Так. Кентавр побежал. Слардар побежал. Патма здесь. Патма липается. Стрела в никуда. Но Слардара можно ловить. Слардара... И отличный санстрайк. Патма добивает. Да ладно. Еще нет. Ну там, ладно. Врывается здесь Кентавр, бьет Кентавр, Кентавр сразу падает. Слардар на развороте, Микрис с армлетом. Отличный контроль, начинает бить Мирану, Мирану также падает. И вот это армлет он показывает нам. Вот то, что ты говорил. Вот правильно размикрить, и ты смотри, еще дерево здесь скорее всего убьют, его возвращает на Глимпс, и это минус 4. Это блестящая игра вообще от, ну, Union Gaming. Согласен, вот тут, конечно, Ива на Слардаре, он таки погиб. Но суть не в том, как он этим армлетом отыграл, просто фантастика. Каждый конкретный момент казалось, дайте ему всего-навсего один удар. Он там едва-едва выживал, но здесь шикарно просто. Вот. Тапок армлет, 9-я минута. И вот показывает, как надо. Как надо правильно действительно реализовывать этот артефакт. Но это ты у него выпросил. Если бы ты не попросил, он бы не начал правильно действовать, скажем так. НЛП активно внушал ему, чтобы он... Да, да, да. Использовал свои артефакты, да, потому что, ну, увы, я такой. Я за то, чтобы все, что у тебя было в инвентаре, использовалось 24 на 7. То есть, будь это доминаторы, армлеты и вот прочее. Ну, доминатор, который люди покупают и переманивают одного крипа за игру, это по старой доброй привычке, ой, там же кулдаун был 300 секунд когда-то, да, поэтому... Не да, были... многие до сих пор не отошли. Что там был кулдаун 300 секунд, и можно действительно разочек за игру там... В центре у нас стрела в Эмбер Спирит, и Эмбер Спирит падает. Вот это... У нас Эмбер Спирит есть в игре, это, кстати, новость. 11-я минута, ну, окей. Барабаны он себе там должен был купить, я так понимаю, в курице. А, нет, не купил еще барабаны. Да, но барабан на самом деле не самый лучший выбор. Тут снизу Слардар сражается, вот смотри, очень красным остался. И вот посмотри, подался у нас Слардар против Тайдхантера. Слардар почти умер, то есть у него тут 10 хп, а Слардар почти фуловый. Ну, Тайдхантер почти фуловый, да. И плюс Слардару тут очень опасно с его армлетом, потому что есть инвокер. И не стоит никогда забывать про инвокера. И для инвокера тоже главная задача, это в первую очередь вот ждать момент, чтобы где-то появился этот Слардар. И вот сейчас попытаться его как-то там санстрайком зацепить. То есть это, в принципе, можно делать. В центре у нас идет выход, опять стрела попадает в Эмбер Спирита, врывается Мирарам, кастует ультимейт. Все убегают друг от друга. Десаптор тут красавчик, хорошо сыграл и может погибнуть. Ох, хорошо, так как цепанули у нас Вич-Доктора. Ну и Эмбер в итоге не самую идеальную ситуацию для себя придумывает. Но инвокер забирает Рубика своим санстрайком. А в мид пришел у нас Тайд. И топ-5 хотят подраться. А там с ДД товарищ Эмбер. Не надо драться с Эмбером, который с ДД. Не самое выгодное это решение. А вот тавр забрать надо с ультом Тайда. Это бесспорно. Надо просто идти его и забирать. Потому что с ДД сейчас просто Эмбер всех поубивает здесь. Ему еще раз распрыгаться и еще будет больнее. Ну вот, вот так вот просто. Он будет прыгать с ДД и пробует тут запуш. Диджей. Топ-5 диджей пошел в атаку. И тавр мы не забрали. Тайд будет убегать. Ой-ой, Тайда вернули.
Кентавр, стан, Тайду пока пофиг. Его спрятали, ага. Нападай, нападай на Тайда, это называется. Тут, блин, действительно, с этим новым патчем еще непонятно, правильно ли вот это вот решение нападать на Тайда, или может ну его в пень. Или правильное решение, что так изменили Анкер Смэш, потому что, да. Ну, как по мне, это на самом деле... Слишком. Вот, это огромный претендент на попадание на International, как вот часто пикаем мы герои. Ну, в сложную, да. Вот в сложную мы видели Тайдхантера, который очень часто... Ой-ой-ой-ой, ну, тут не повезло инвокеру, скажем так. Не знал, что тут стоит Сентривард, ну, и мы видим, абсолютно на ровном месте зарабатывается фраг. Ну, и Слардар, 1500. Он что, дальше Даггер купит, что ли? Это, кстати, было бы вообще великолепное решение от Иво, если он купит здесь даггер. И так вполне он и может сделать. Ну, учитывая, что у него есть армлет, и то, что его нужно реализовывать, да, даггер — это самое лучшее решение. Еще очень хорошим вариант будет купить себе ПТ-шечку и хотя бы на единичку прокачать баш, потому что у Слардара огромное количество атаки, ну, именно скорость атаки, он будет это часто делать, ну, часто башем промышлять, поэтому уже пора этот навык, ну, в дело применять. Собирается у нас вся компания снизу, понимает, что здесь у нас выходит агрессия, поскольку у нас в центре никого нет, сверху стоит один кентавр, то снизу будет экшен, и защищают. Дают время для тринта, этот тавр, тавр охранять. Выхилять. Да. Скажем так. Ну, инвокер в миде продолжает вот с мидасом получать экспу, получать денежки. 11 левел у него скоро будет, 2500 у него уже денег. И, в принципе, все даже очень хорошо. И вот он смог, И побежали топ-5. Вот так вот решили топ-5. Нужен Тайдхантер. Нужно дать Рошану гуся, и тогда его будет попроще забрать наверняка. Ну и так мы видим, что есть медальон, но вот продать дерево тут и... Не очень так хорошо пока в этом ковы. Да, действительно, без гаша здесь вряд ли заберешь. Ну, заберешь, конечно, но это очень много времени займет. Но решили, наверное, что это слишком паренно будет топ-5, потому что если они сейчас еще и Тайдхантером сюда уйдут, сейчас это дерево опять погибнет. Мы сегодня в прошлом матче, потом из параллельных прошлых матчах видели, как дерево у нас погибало от Рошана на первой минуте. Погиб у нас еще один Forge Spirit, у нас сейчас будет погибать второй. Нужна помощь, нужна срочная подмога для этого товарища, потому что... Ну, там новые Forge Spirit будут через 13 секунд. И Рошана таки добьют уже вдвоем. Вот, ну, и еще и стрела очень своевременная, поэтому сейчас надо просто добивать его. Месяц вдвоем, бедный. Минуту просто мы смотрели на это. Ну и вот он. Аегис. И 3200 у инвокера. А вот теперь вопрос. Что здесь брать инвокера, учитывая наличие Слардара? Тут у нас в центре сейчас разобрали Мирану. ТП-шца. Это вот очень печально, что Патма сейчас умерла. Это прям действительно очень печально. Потому что 2-2-2 у нее стата, и казалось, так хорошо начали они на линии. И казалось, такая вот опасная будет Мирана. А у Мираны в итоге мы видим выход в линку, которая у нее появится очень-очень поздно. И которая, если честно, не совсем понятно. Инвокер минус Рубик снизу. Вот так. Ну и Т1 на Т1 будет разменивать сейчас. Да, самый лучший выбор вообще для инвокера по такой игре — это просто дэмэдж. Видим мы, как у УГ огромное количество жирных героев, их нужно убивать. И также видно, что у нас у топ-5 это единственный герой, ну, пока один дэмэдж-дилер — это Мирана, и нужен второй товарищ, чтобы всех этих героев убивать. В итоге инвокер, ну, книжка, он собирает книжку, и да, это хорошо, но это хорошо до поры до времени, да, пока Эмбер Спирит у нас не купит один артефакт, который будет потом фидить его. В итоге, ну, самый верный вариант, по-моему, это Арчит Хекс, чтобы разбивать лица ребятам. Но он выбрал такой обычный вариант. Помню, как на Старладере у нас бегали эти покемоны в количестве трех штук. Эмбер Спирит жал одну кнопку и 1000 голды сверху. И так по кулдауну, да, 60 секунд. Причем. А учитывая, что Некробух сейчас по... ну, понерфили, и теперь в центре у нас тут нападение, нападает у нас на Тринт Протектора, он уезжает, блестящий ультимейт, врывается у нас Вичдок, врывается Мирана, Слардар убегает, Ревич мимо. Шикарный Ревич был, ни в одного, ни во второго не попал Тайдхантер, ну и вот сейчас можно его уже немножечко погнобить. Да, да, потратили Ревич, потратили 2 ТП, потратили ульт дерева, не убили абсолютно никого. А, ну и вот сейчас нервишки у топ-5 должны начинать и пошаливать. Да, это пока сигнал для Union Gaming, потому что без Ravage они, ну, они слишком хороши. Очень мало станов. То есть, ну, цеплять почти нечем. И Ember Spirit против такого будет со Слардаром нарезать. Да, у Слардара, кстати, сейчас появится ПТ-шка. Там есть уже Dagger, есть армлет по-прежнему. 8-6 счет, кстати, по деньгам.
топ-5 ведут 3500, вот по XP в нуле фактически XP. Ну, ТВРа, как ни крути, но да? Минус 3 Тауэра. Уходит на свою территорию топ-5, понимает, что Тайдхантер сейчас бесполезен, и он будет еще бесполезен секунд 100, поэтому нужно кучковаться вместе вот на безопасной территории. Что же, Тайд тем временем собирает себе меку, если у него два заряда на уровне, есть Аркан Тапки, то есть, в принципе, ну, пользу он какую-то всегда приносит. Огромное количество армора. Так, кентавр на флая и очень важный вот сейчас фраг на инвокере, потому что теряется Aegis и пытается отсюда размансовать ребята из Union Gaming. Да, и никого здесь не поймают, абсолютно никого. Просто минус Aegis на ровном месте, абсолютно в лесу, никак не реализованный. Ну и до Некро 3 осталось еще буквально там 200 голды. Сейчас появится, как кагрится все на эту иллюзию кентавра. Бедные. Ну что, в драку хотят, наверное, Union Gaming. Ну и вот это как-то даже похоже на драку. Рубик украл у нас Cold Snap. Неплохо. Ну а Патма... Блин, вот Патма с этой линкой, вот... Самый бесполезный вообще, наверное, артефакт Мирана. Да забей, ну вот она должна быть... Демочтиллером они... Да, ну а что это такое вообще? Слардар развесил здесь, мы будем Amplify Damage. Тут сейчас очень тонкий момент для топ-5, учитывая, что у них инвокер не собрал хекс, а Тайдхантер не покупает себе блинк-даггер на пару с тренд-протектором, им очень тяжело цеплять, и этот Эмбер Спирит сможет их просто до пенсии своим фистом ковырять. И если у нас сейчас Эмбер Спирит соберет пару артефактов, то... Ну а он соберет, он в любом случае соберет, вот у него 1600, и не знаю, с чего он там будет начинать, будет ли это Blood of Fury или что-то другое, но Слардар уже в спину забегает и палится, Слардар. Сейчас, но он вообще не парится, по-моему, на эту тему. Забрал часть крипов. Ну да, чтобы пушить было тяжелее, потому что здесь всего два крипа. И сплитпушат, ты посмотри, они все правильно делают. Они понимают, что все-таки топ-5 с ультимейтом Тайдхантер сильнее и начинают вовсю качать по линии. Эмбер у нас влетает на центр, но здесь рискованно, потому что сейчас он не настолько силен. Начинает прыгать, но инвокер Тайдхантеру параллельно, и тавр падает у нас. Ну-ка. Ну, тут видишь, распрыгался опять, есть глимпс, Тайда вернули. Так. Самого нужного, прошу заметить, вернули героя. То есть... Значит, за ним все остальные пойдут. Это же Тайдхантер. Там кентавр прыгнул, есть стан. Каски полетели у нас по кентавру и Рубику. Ульт Патмы. И элементарно топ-5 не могут начать. Да. Все то, что ты говорил. Нечем цеплять. Нечем. Поэтому надо идти тавр ковырять. Всем дружно. Глимс опять Тайда. Очень далеко Тайд. Хочет драться. Но вот не с кем. Никто не хочет драться с Тайдом. Ну и Ливинг Армор ворованный Рубиком, кстати, что тоже важно. А того же Слардара очень поможет. Что, второй тавр? Пытается как-то запрессовать. Тайдхантер долгаш. Тайдхантер идет в толпу, прыгает на него. Тайд! Сайленса выходит, Тайд идет до конца. И, ну вот я смотрю на него, утонет ли он. Ну такая опять! Этот парень опасный. Ему палец в рот не клади. Врывается у нас кентавр. Отличный стамп по двоим. Начинает фокусить. Убивает Тайда. Начинает бить Флая. Флай получает по лицу. Флай у нас сражается. Убегает. Блестящий ультимейт от Вичдоктора. И наносит огромное количество дэмэджа. У нас бегут за Слардаром. Слардар убегает. Переключает армию туда-сюда. Но! Тычка залетела все-таки до него. Такая последняя. 2 в 2! 2 в 2. Бегает. Ну, что я вообще хочу сказать по итогам этой драки? Тайдхантер хороший герой. Нервишки шарят у паренька, по-моему. Когда, знаешь, тебя возвращает третий, четвертый раз, то он уже не справляется. Да вы надоели, нате вам этот ультимейт. Все, цепитесь вы от меня. Сколько можно вообще? Дайте в доту поиграть. Да, тут немножко замучили они этого Тайда. И он решил, что надо, наверное, просто всадить ультимейт, тогда меня глимсовать не будет. Будет глимсовать кого-то другого. Какого-то вич-доктора. Или потму после липа. Эх, ну что... Драка, по сути, ровная, но... Тавр упал. Да, тавр упал. Ну, кстати, так что можно даже сказать, что топ-5 драку эту выиграли. Что потеряли они кентавра и Слардара, а с той стороны был потерян Тайдхантер и что-то еще там, не помню. И Вичдоктор. А, и Вичдоктор. Ну, так, слушай, вообще отлично, по-моему. Сейчас Тайдхантер 11 левел возьмет, скажет, что у меня уже ульт левела 2. Это очень важно, что я все равно ни по кому не попаду. Так, подожди, у нас сегодня был ревейдж первый под тавером, который был успешный, а потом было два ревейджа не очень успешных. Среднее количество попаданий героев чужих на ревейдж — ноль. С
Самый успешный ровеч, который я видел за последнюю неделю, это Virtus.pro против Альянса, где они напали на S4 под Tower, вчетвером на S4, mm-hmm. который был на Нюксе, и в итоге с ровежем Тайдхантера, который влетел в Карапасе, они опасные тут деманцы, врывают за Слардар, бьют Флая, ну-ка, Рубик у нас украл. Defending Blast. А, дать мою блаз. Да, ну, кстати, и более-менее нормальный спал. И в итоге Нюкс из-под Тауэра спокойно ушел, а Ravage нет. То есть вот это был самый эпичный, ну, применение ультимейта. Ну, бывает, то есть это такое. Самое эпичное — это эти гениальные фразы, типа «Свапаю Тайда, до ульта убьем» и так далее. Ну, да, есть такое. Пока вот, ну, если брать профессиональную сцену, да, ну, реально единственная контра Tidehunter — это только две, это Static Storm у Disruptor, да, и Doom, то есть остальные спилы Tidehunter может зарезистить своей пассивкой. Вот да, но вот мы видим, что Disruptor здесь действительно работает более-менее хорошо, да, Disruptor вообще отлично работает против многих героев, но вот конкретно в этом матче мы уже не раз видели, как очень сильно мешает, собственно, ульт Disruptor'а. Ну и в шторме, понятное дело, драться тяжеловато. Там ни дерево, ни инвокер, там никто ничего не может кастовать. Да, появился Рошан, завязали смог, юзает инвиз. Это, кстати, сильная фишка, то, что тебя наверняка не увидит. Подходит Эмбер. У нас на Эмбер Спирит, и есть Рошан. Если они сделают минус, если они смогут его убить, но вот он, наш замечательный пик без станов. Как же хорошо Эмбер Спириту против такого играть, и Эмбер Спирит одевается. Ну, пока нет хикса. Который необходим, да, потому что... Пока нет стрелы там с рейнджа, ну, потому что без хикса тут все. Эмбер скоро начнет убивать. Ну, Эмбер, кстати, тоже такой слоупочный, скажем честно. Там пытался что-то украсть у Патмы, я так понимаю, сбил Линку и Рубик. Так вот, Эмбер, кстати, медленный, то есть у Эмбера на 25-й минуте ни черта нету, да, то есть там нету даже Battle Fury. И, ну, скажем так, это не самый лучший показатель. Но мы знаем, что как только у него появляется Battle Fury, то фарм дальше идет очень серьезно. Ну, есть такой момент, то что вот если ты делаешь барабаны, то тебе нужно идти воевать. Но как мы видим по пику, да, то топ-5 они сильнее вот на ранней стадии. То есть слишком высокий у них прокаст. И в итоге эти барабаны, вот он пока с ним бегает, но делать ему нечего. И если взять вот того же Феррари, который, на мой взгляд, это один из сильнейших вообще Эмбер Спиритов у нас на пространстве Dota 2, то он всегда пакует Battle Fury, если видит, что нельзя навязать свою игру в начале. Да, ну если ты не можешь драться, так действительно, какие еще тут могут быть варианты? Ну, минимум Рошана идет в соло забирать флай на этот раз. По-прежнему, по деньгам уже 6,5, даже 7 тысяч ведут топ-5. По XP преимущества нету. То есть там 200 голды, 200 XP буквально. Ну, то есть топ-5, да, не сильнее, но вот опять-таки Union Gaming дерутся лучше. И связка жесткая в лейтгейме. Представь себе, минус 20 армора на ком-то, и туда прыгает Эмбер Спирит. То с таким парнем ты не шути. Ну, тут видишь, тут у Патмы очень много денег, 12 тысяч, но эти деньги бесполезны, потому что там Линка и Мидас. Это бесполезнейшие вообще артефакты. Да, не, но если Мидас можно хотя бы, ну, свести на то, что она фармит, да, то... Ну да, то Линка... То Линка, она как бы твой фарм не ускоряет, и тебя фактически ни от чего не спасает. То есть ты бегаешь, вот у тебя фулл хп, фулл мана... Амплифай дэмэджа спасает раз... Ну да, секунд. То есть, если бы она даже на кого-то вешала свою Линкин сферу, то тогда было бы нормально, какого-нибудь Бэтрайдера или там какого-то пацана Штом Спирита, но здесь даже нету этого. То есть парень, он просто заботится о своем крипстате, о своей статистике и в итоге защищает себя. Чтобы мы тут не говорили, что там он главный фидер и так далее. Да, ну мы тут скажем, что он далеко не главный. Далеко не главный дэмэдж-дилер, потому что у инвокера дэмэджа где-то уже 160, а у Мираны у нее вот только 100-150, учитывая... Ну вот сейчас вот начинают появляться уже нужные артефакты у Мираны, что появляется Мэлштром, будем надеяться, что очень быстро он превратится в Мжолнир и наконец-то начнет радовать. Посмотри, кстати, на Тайдхантера, который бьется с крипом, с големом большим, он просто ему отнимает 0 хп. Да, я знаю, в 4 пэлпак абсолютно спокойно вот таких големов Тайдхантер фармит. Просто 4 пачки, да, и которые не наносят ему дэмэдж. И Тайдхантер у нас уже имеет 2300 голды. То есть, похоже, он не хочет собирать себе на врыв. То есть, он просто собирается самого себя сделать жирным и принять весь прокаст. Кирасу! Кирасу, Шиву, там, Пайп, все что угодно. То есть, Тайдхантер сейчас будет залетать на ура. Ну, а тем временем врываются на Мирану. Тут врывает у нас Рубик, дал блестящую, шикарную стрелу Мирану. Начинает ее бить, начинает ее... Нападать всей команды. Не хватает, опять-таки помогло дерево. Казалось, что хватит здесь дэмэджа, но мы видим.
Да, ну, видим, что Слардар слабоват. У него на демедж один армлет. То есть Мирану под протектором ты так просто не убьешь. Да, у него как и был один армлет, так вот этот один армлет у него и остается. И пока у нас преимущество растет, причем по голде она растет довольно прилично, могу заметить, что... Вот есть Battle Fury сейчас. Да, что у Ember Spirit появляется Battle Fury, теперь все меняется. Теперь Ember Spirit будет у нас фармить быстрее, а противник будет... Ember Spirit теперь уже и в драках будет полезнее, кстати. На топе сейчас Лордара могут попытаться убить. Дерево уже здесь, дерево будет, наверное, готово ультануть ради Слардара, но пока еще не видит. Вот он ультимейт, вот он Тайдхантер. Вот они каски, будет ли Маледик, да, вот Маледик, ультимейт, ну и Кентавр, извините. Конечно, Слардар тут погибает, его можно, его тут не ловить, его добьет все равно, не хватит ему армлета для того, чтобы выжить, да. Минус. Неплохой минус, хорошо поймали, да, потратили много что, но в любом случае это того, я уверен, стоило. Была бы у него мана на стан, он бы с большой вероятностью выжил, потому что он втанковал просто огромное количество дэмэджа, но из-за того, что нечем было сбить вот этот стан Мечдоктора, он в итоге минус полстолба себе получил. Идут у нас на центр, понимают, что нужно дальше прессовать, поскольку Тренд Протектор у нас играет за топ-5, и врывается... Кто тут врывается? Тайдхантер. Тайдхантер все-таки купил блинк. Решил он инициировать, понимая, ну, что это необходимо. Ну и вот хотят, пока нет Слардара, попытаться что-то придумать. Ну а что же вы придумаете-то? Кентавр в отличной позиции. Спрятался за кустиком. Вот она, начинается наша любимая дотка. Одна то, что надо. Кнопочка номер один. Первый некро падает, второй некро падает. И теперь нужно убегать в топ-5. Потому что, ну, у тебя нет твоего главного артефакта, да, за 6 тысяч голды. И вот он, книжка 3. То есть он собрал книжку 3, в итоге что он делает? Подарил 400 голды врагу. Да, и при этом они не могут, они даже когда в пятером кого-то находят, то любой герой от них спокойно уходит. То есть вот, я, конечно, я люблю хексы. Да, и мы все вместе любим Эмбера. Эмбер Спирита, да. Вот для этого квалификации нужны, ребят, чтобы потом Айсфрог подумал. Перед финалами, что, слушайте, может минус 20 это не совсем то, что надо, или там минус 40, да? Тут может у нас там надо минус 200. Я тем временем напоминаю вам, что на нашем четвертом канале, на втором, третьем тоже идут стрим, на нашем четвертом канале идет интереснейший матч North American Rejects против Liquid. И там пока 12-8 ведут NAR. Да, я бы даже сказал, что это матч, который фактически решает, кто будет чемпионом в этой группе, то есть вот именно ну первое да, место, потому что обе команды показывали блестящую игру против всех команд. Да. И обе пока в ноль играют, никто еще не проигрывал из них. Первый день закончить в ноль, это довольно важно. Для морали. Да, ну что, пошли дальше. Топ-5 надоело, они понимают, что у них у инвокера и у патмы просто невероятное количество бабла по сравнению с другими за счет этих мидасов. Ну просто по деньгам они ведут 12 тысяч, по XP 5, там у Патмы 15 тысяч нетворса, ну а что у Патмы? Маэлстром это все. Вот смотри, подходит вот они. Сейчас есть хекс. Подошли они к Эмбер Спириту, Эмбер Спирит у нас дальше продолжает своими делами шалить, и нужно просто врываться первыми, и не позволять спамить, потому что да. В лобовой драке они слишком сильны. У Вичдоктора есть Аганим. И он где-то отсюда может поставить вот сюда вард, и это будет очень крутая тема. Только надо действительно зайти, причем надо зайти уже, не вот не давать ему бить надо, вот все. Вот сейчас прямо забегать, всей командой. Ну сейчас, ну вот и уже ну, не ну вот забегать. Все, и закончился наш бравый пуш. Все. То есть такое ощущение, что топ-5 первый раз Эмбер Спирит увидели. Да, да, а Эмбер опять-таки зарабатывает себе кучу денег, и он готов стоять долго. Да, время работает у нас на УГ. Топ-5 понимает, что так дело не пойдет, что нужно каким-то образом там зайти, и делают вид, что не отошли. Знаешь, такой рок-скиз-атака. Ну, это, кстати, смотри, под инвизом Патмы это, возможно, сработает. Ну, там, по-моему, дерево спалилось. Тайт! Прыгает! Хорошо! И можно цеплять, если будет хекс, но улетает. Очень долго думали. Но Тайда тут пытается бить. На Тайда прыгнули. Тайда не убьют. Полетел метеорит. Ну, и почему вы уходите? Тайда опять возвращает. Ну и вот и все. Нужно гнать, нужно догонять, потому что, ну, нету ничего у нас у топ-5. У нас вырывается Кентавр, дает блестящий дабл эш, нападает на Фая, Флая фокусит минус Аегис. Вырывается Эмбер Спирит, начинает нарезать, и как же всем больно. Да, Слардар. Сейчас Эмбер еще и вернется. Там поставил ультимейт. Да ладно, никого не убил вообще Вичдоктор. Рубик, правда, умер. Догоняет Слардара. Цепанули Слардар БКБ бежать. Ну и тут Санстрайк непонятно куда летит.
А вот тут хиксанули Рубика опять, который только что выкупался. Прежнюю бегает, тает в драке. Какой-то сумбур происходит. В итоге убили только одного Рубика. И ради Рубика отдали Аэгис. Ну и Union Gaming отбились. И никого не могут поймать и так далее. То есть да, смешная движуха у нас происходит. То есть все, что нужно сделать УГ, это пережить ульт Тайдхантера. Они этот ульт переживают и после этого начинают бегать, нос нарезать. То есть теперь главная их задача — это убивать Вич-доктора. Если они убивают Вич-доктора, то этот герой не сможет у нас 16 левел в игре получать. И по итогу герои начинают на полной катушке рассекать. Очень тяжело бегать против вот этих вот банок. То да, это факт. Три мили героя, представь, как это. Но они не идут в атаку, они стоят и ждут. То есть, вот идут только в атаку, вот когда уже там вообще ничего нету. Да. Ну и теперь я верю, что у нас ребята сделают нужные артефакты. И они их уже сделали. У инвокера уже есть хекс, и теперь нужен какой-нибудь второй фоллоу вот за этой комбой. То есть, по сути, сейчас основная проблема то, что нечем лежать на месте. И врыв на центр. Врываются покемоны. Вот и ты смотри, там Патма дала инвиз. Будет пытаться на кого-то, может быть, напасть. Прыгает Тайт. Вот он ульт. Ну, поймали Слардара убили. Black King Bar был у Слардара, но он решил его не использовать. А зачем? Ну вот Патма, кстати, гонят дальше. Тайдхантер до конца идет. Тайдхантер решил просто лететь. Ну, тут хороший кинетик филд. И, правда, Тайда вернули. Слардар, 40 секунд. А у него нет байбека. Он только-только купил. Что он купил? Я не знаю, что он купил, но у него нет байбека. Он там в курицу, что ли, что-то купил? Нет, кажись. Куда они деньги делал? Значит, у него не было денег. Лол, Тайд заходит, ультует, Тайд, хорошо. Цепляет в кекс у нас Эмбера. Минус Эмбер. Ну вот и все. То, что требовалось доказать. Эмбер байбек. Патма. Очень битая Патма. Распрыгались. Патма умирает. 66 секунд ее не будет. Связали дерево. Дерево на себя. На Лингармор. И отбегает. Тайд. Пошел драться Тайт, но здесь дерево проблемы, врывается Тайт в толпу, цепанули у нас кентавр, погибает кентавр, распыгался дальше Эмбер, но Эмбер сейчас играет один, вот за Union Gaming сейчас играет Эмбер Спирит и все. И Эмбер сейчас еще и Тайда здесь убьет, а нет, ну не Тайда, он убьет дерево он уже убил. Тайдхантер идет до конца, но тут ему, понятное дело, тоже уже ничего не светит. И Тайт тоже погибает. Т3 Тавр стоит, бараки стоят. Зачем вот это вот все происходило, я не понимаю. Ну, то есть, происходили какие-то драки. Что, куда, зачем, кто дрался, за что дрались, это не ясно. Эмбер Спирит за один свой байбек вернул фактически все свое преимущество и при этом левел. То есть, его убили, за него получили левел, он вернулся, убил троих, и теперь он, ну, еще выше левел. Но по деньгам, вот опять-таки, видят зрители NetWars, уже 18 тысяч инвокер и Эмбер 10. Но все равно Эмбер становится сейчас нереальной проблемой. У него 1600, да, это хорошо, что его заставляет выкупаться, потому что у него не будет там быстро критов или второго Battle Fury или чего-то еще такого. Сейчас будет пытаться убить инвокера. У инвокера уже 5000 денег. Кентавр прыгает, видит двух некрочей, которые тут начинают ему ману выжигать всячески. 200 голды сверху. Минус мана вся, нормально. Ну, минус мана, 200 голды. 200 голды это хорошо, можно да. Еще 200 голдишки взять. Ну, а тут инвокер, мы видим, уходит отсюда в гоствоке. Мирана у нас, кстати, завершила Джалнир. Теперь у нас есть отличная комбинация с Тайдхантером, потому что если проиграет Тайдхантер, то он начинает сбивать Блинкдаггер, там уже Кентавру и Слардару, и им очень тяжело маневрировать по этой драке. Да, кстати, это вариант действительно, и вот сейчас и у Патмы будет, да и в драке вообще на Тайда, если действительно, ну, в прошлой драке мы уже видели, вешался уже Джалнир, так что сейчас будет, скорее всего, так само, так же будет делать. Ну, 13-13. 37-я минута уже. 14 тысяч голды и 5 тысяч экспы. Ведут топ-5. Все у них хорошо. Но вот Эмбер Спирит нехороший для них. Пока они проблему Эмбер Спирита решить не могут. Пока проблему Эмбер Спирита вообще мало кто решить может, если у нас игра затягивается. Да, то есть герой показывает чудеса. И Стардар у нас прожал Black King Bar, пока бежал. Ну, пока он бежал. Просто БКБ на ровном месте. Ну, даже. Вот под вечер это уже нормально. Там в Америке ребята играют уже 3-1 час. И 3-1 у тех, да ну какой шестой час? С 6 часов вечера они играют по цету, с 7 часов вечера это 5, сейчас уже 4 часа, то есть 9 часов, даже больше они уже играют, 10 уже час заканчивается. Ну так что, ну, не только играют, иногда просто ждут, но в любом случае устали уже, и, понятное дело, это последний матч дня для них, поэтому ошибки возможны. Сэрэгис.
сейчас упадет. Так, такая тишина. Да, я просто жду сейчас врыва от Эмбера, и все умирают. Но Эмбер сюда не придет. Ну или врыва от Тайда, мне это больше нравится. У Тайда сегодня получается просто великолепно. У него 14-й минимлевел, но вот Сыр Эггис достается топ-5. То есть, опять-таки, не полностью реализовывает свою сторону Дайр. Ближе к Рошану, заходи. Ну и качать дальше. То есть, как бы смешно ни звучало, но драться у нас УГ не могут вообще нигде, кроме своего хайграунда. Единственное, что спасает игру, это Эмбер Спирит, который в соло аутпушивает весь, ну, всю атаку. И топ-5 нужно в очередной раз прыгать. Только в этот раз нужно, чтобы прыгнул Тайдхантер, и чтобы за ним прыгнула вся его команда на раз-два. Инвокер, да, как-то очень четко. Инвокер покупает БКБ, и вот теперь это сила. То есть у нас прыгает Инвокер, влетает в Эмбер Спирита. Каски вырывается, Слардар начинает бить у нас Вич-Доктора. Вич-Доктор убегает БКБ. Пытается бить Вич-Доктора и спасает Вич-Доктора. Должен ставить сейчас ультимайт, но его убивает Эмбер. Рубик тоже погиб, Тайд ультует. В Ериху, Ериху тоже погибает. 2 в 1, суппорт, и все поразвалили, сейчас убьют Слардара. Слардар, минус Слардар. Трипл кирл уже сделала Патма, и это минус 4. Да, вот. Что могло быть лучше для топ-5? Просто к нам пришли ребята с хайграунда и решили... Не дефить его, и для них это просто счастье. Ну и что, у Эмбера сейчас единственный шанс это вот так вот прыгать и надеяться, что его не хиксанут и не убьют. Что если хиксанут, то он погибнет. И после этого мы видим его и так расстреливать довольно больно. Пытается Эмбер отбиваться. И ой, как хорошо, Блаз дал флай, но все равно стан дает. У нас Слардар, да ладно, да что вообще происходит? Ну, все-таки, да, все-таки у Патмы уже слишком много артефактов. 22 тысячи нетворса, это на 10 тысяч больше, чем у Эмбера. Ну и низ сразу, наверное, надо снести. Не надо здание на базе сносить. Не надо здание на базе сносить, надо сносить тазики, низ. Тазики, вот. для ГПМа. Да. Для лучшей статистики на турнире. Ну да, нетворс же все-таки, он же имеется, надо же продолжать, наверное, вот это вот. Ну видишь, 2000 он нормально себя поднял. И в итоге необычное явление, у нас Тайдхантер теперь является третьим по нетворсу. То есть он уже обогнал и Эмбер Спирт, и Слардара. Боже, ну неужели они сейчас уйдут? Они уйдут. Но вообще небольшой разум в этом действии есть. То есть посмотри, сколько у них голды. Вот сейчас у них очень много денег. То есть у Тайдхантера было 5000, он их потратил. У Мирана 4600 он их потратил. Они отходят, закупаются. Благодаря тому, что били тазики. И теперь у нас... И теперь они вот точно пойдут закатывать. Так что, ребят, когда вы заходите в какую-то сторону, и там все пятеро мертвы, вы думаете идти снести вторую сторону или нет? Нет. Идите лучше поубивайте вот эти вот здания на базе. И получите много денег. Да. И у вас будет шанс стать топ-1 по ГПМу в вашем матче. Да, вы будете смеяться, но это действительно решает. Да. Для кого? Для личной ваших статистики, фанатов, да, для личной статистики, да, это очень важно. Все будут говорить, что вы лучше, так что вот так люди идут к успеху постепенно. Но вообще в доте про это даже не надо говорить, тут ввели просто ММР, и сейчас, понимаешь, начинается. На чечи я играть не буду, ММР ни на что не влияет, на чечи я играть не буду. То есть народ перепуганный, а тут если им сказать, что вот вы станете на весь мир известны из-за того, что у вас такой крутой ГПМ, так это же вообще в жизни никто не пойдет на хайграунд какой-то. Стоять будет фармить. Что, слоуграунда, Патма убивает тауэр. Ну и что, голые бараки. Тайд должен просто идти вот сюда, вот так вот. И вот сюда вот делать ультимейт. Вот так вот. Вот он план я нарисовал. Давай, туда, давай. Ну, не хочешь, как хочешь. Ну, стои. Да, сбиту фаржей на фаржей. Курим, да, фаржей на фаржей. Здесь стрела, Рубик уклоняется. И это шанс. Нужно заходить и прыгать прямо сейчас. Все у нас скучно, все стоят рядом. Если, кстати, убить очень быстро Рубика и Дисраптора, то, ну, в принципе, очень тяжело драться. Если нету особенно Дисраптора, если нету его просто-напросто ульта вот этого, это неприятно. Вот пытается Патма, которая тут заныкалась, бьет барак, не дефит пока Union Gaming. Вот так вот. Патма продолжает стоять связанная. Второй барак без боя. То есть боя нет вообще. Крипы на топе, кстати, продолжают нести Т2 Tower вот здесь. И очень скоро будут нести, наверное, третью линию топ-5. Ну, на нижней линии к ним даже никто не подошел. Им просто забрали сторону и все. Без боя. Ну, уже 25 тысяч голды и 15 тысяч экспы. Я тут еще не знаю, может, еще надеются на что-то там, не знаю, болельщики из Перу. Но, наверное, тут... Надеяться не на что.
Ну, только разве на то, что они станут впятером, и у нас ЮГ дадут все свои ульты впятером. Да, или просто они будут стоять, а Эмбер будет прыгать часа два от фонтана. Тоже вариант. Ну, нормально, Эмбер зашел, распрыгался. Хорошо, так, вот, подтянулись сюда все остальные, идет Вич-доктор. Вообще, главное, чтобы упал Эгис. То есть, пока у нас лежит Эгис, драться очень тяжело. Из-за того, что вот есть ровно минута, вот за минуту нужно устоять, потому что Миран у нас начинает наглеть. Вот очень. Мирана просто бьет, смотри, подала, кретит. Под армором тринта еще. Вообще пофиг. Вот уже нет. Так, осталось пол Т3 Тауэра. Надо продолжать. Сейчас Патма опять подойдет. Вот, получит Алакрити, получит Ливинг Армор и пошел дальше. Так, сбили. Сбили линку. Я думал, сейчас будет врыв. Ну, идет терять Аегис. Сейчас подсол специально просто. Вот, забрали у него Аегис. Это нафиг он нужен без Аегиса. Интереснее в доту играть. И Слардар сразу! Патма липается из-под стана. Каким-то образом дерево ультой. Тайдхантер! Так и не ультанул, короче, в этой драке Тайдхантер. Драку выиграли в ноль, но Тайдхантер ульт не дал. И вот сейчас вот так вот иди сюда в соло Рубика. Причем Рубика еще не добил. И, причем не добьет, да? Причем Рубик его может еще и в соло убить? Нет, не убивает. Да, Рубик ему сейчас еще наваляет тут люлей. Да! Ну и вот оно, вот оно. Union Gaming, которых мы два часа назад еще считали одним из фаворитов. В итоге Union Gaming у нас заканчивают день двумя поражениями. Вот такие вот пироги.